9 мая 2024 года. Послушайте, слышал, что отменили шествие этого парада бессмертного полка в России по соображениям безопасности. Так, ребята, это не по соображениям той безопасности, что мы, украинцы, там беспилотниками начнем вас строили. Это потому, что наверняка среди тех, кто нес бы портрет своего деда, который там воевал, родину свою освобождал, нашлись бы возмущенные той ситуации, когда какой-то утырок вынес бы на это шествие портрет своего оккупанта, которого мы тут в Украине завалили на этой войне. Ну да, так же, наверное, из-за этого, как не согласитесь, сейчас же их до хрена уже. Если медиазона с BBC говорит, что уже 51 тысяча поименно убитых оккупантов здесь в Украине россиян заставили, то, ну а французы говорят, что их 500 тысяч убитых раненых. Ну там, представляете. Так что нет, это из-за того, что были бы конфликты такого рода, а не вовсе мы там ваши парады. Я вам сегодня выложил парад 9 мая, который в Харькове мы проводили у нас. 9 мая на Мемориале Славы. Прямо вот в Ютубе выложил. 5 лет назад выходили парад, шествие было. А сейчас мы просто... Ну, в общем, ребятки, никогда мы не будем братьями. Вы стали, ваши деды освобождали свою родину, а вы стали оккупантами. Мой дед защищал свою страну под Луганском, и я под Луганском защищал свою страну. Просто мой дед от Гитлера, своя от расистов. Все будет Украина. И героям слава.